Говорить о том, что можно просто питаться фруктами, овощами и тем самым восстанавливать свой, так сказать, баланс природный, но сейчас, по меньшей мере, это наивно. Но как же быть? Ведь каждый из нас хотел бы жить долго и счастливо. Ответ прост. Нам необходимо самостоятельно позаботиться о том, чтобы ежедневно насыщать свой организм необходимыми элементами. Но если не с помощью пищи, то как? Вот для этого, собственно, и существуют биологически активные добавки, в которых есть много микроэлементов, которые нужны на каждый день. Их не нужно путать с пищевыми добавками, которые часто являются улучшителями вкуса, какими-то консервантами. Это совсем другое. Это небольшая капсула, в которой есть суточный рацион необходимых компонентов, которые нужно потреблять. Получать жизненно необходимые нам элементы из растений и животных организмов стало возможно с появлением новых технологий. Мировые производители биологически активных добавок тратят огромные средства, совершенствуя способы получения витаминов и минералов в природе и сохранения полезных свойств этих элементов в конечных продуктах. Вот почему натуральные добавки, как правило, недешевы. Есть разный уровень технологий, и поэтому те БАДы, которые просто получают путем высушивания трав, они недорогие. А вот там, где задействованы уже высокие технологии, это повышает стоимость. Однако стоимость БАД – понятие относительное. Попробуйте посчитать, какие потери вы понесли бы в случае тяжелого заболевания и его последствий. Сумма, потраченная на лекарства и лечение, может оказаться внушительной. А во сколько вы оцените ваши страдания или год к вашей жизни? И там деньги, и там деньги. Но здесь ты вкладываешь, когда вкладываешь в профилактику, ты вкладываешь высокое качество своей жизни. Ну, а там ты борешься за выживание. Что же происходит внутри нас? Оказывается, мы не болеем и не стареем. Это делают наши клетки. Они состоят из множества молекул. Когда эти молекулы стабильны, клетки воспроизводятся, сохраняя организм молодым и свободным от болезней. Стабильность молекулы определяют спаренные электроны. Однако в клетках постоянно присутствуют и другие молекулы, у которых не хватает одного электрона. И они ведут себя весьма агрессивно. Это свободные радикалы. Они взаимодействуют с другими молекулами, забирая у них электрон, чтобы вернуть себе стабильность. Когда молекула теряет электрон, она сама становится свободным радикалом. Цепная реакция запущена. При нормальной жизнедеятельности организм сам справляется с данным процессом. Однако под воздействием негативных факторов внешней среды и вредных привычек количество свободных радикалов возрастает сверх меры. Эти агрессоры видоизменяют и разрушают клетки. Клетки, которые умирают, и клетки, которые воспроизводятся в поврежденном состоянии, являются причиной патологий нервной и иммунной систем, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Вот как это происходит. Под воздействием свободных радикалов жиры, которые находятся в организме, окисляются, становясь липкими и прикрепляются к стенкам сосудов. Образовавшийся тромб блокирует поток крови, что приводит к сердечному приступу или к удару. В одной капсуле, в двух капсулах, может быть, вот оптимальное количество минералов, элементов для жизни в течение дня. А это работа мозга, это работа сердца, суставов,
Ну, сложно сказать, на какую систему биологически активные добавки не действуют. Естественно, если у человека идет активный напряженный образ жизни, то потребность в микроэлементах, витаминах, она просто не, ну, это просто воздух. Без этого жить невозможно. Преимущество биологически активных комплексов в том, что если вы их используете в фазу здорового периода своего, когда у вас здоровье полностью, вы чувствуете себя нормальным, и вы занимаетесь профилактикой, вы просто болеть не будете. Долгая, счастливая жизнь без болезней. Разве не таким мы хотим видеть свое будущее и будущее наших близких? Сегодня это возможно. Мы можем быть активными в любом возрасте, прекрасно выглядеть, делить счастливые моменты с любимыми, путешествовать до глубокой старости и растить здоровых детей. Если вы готовы, не откладывая, взять под контроль свое здоровье, сделайте первый шаг. Обратитесь к человеку, который дал вам этот фильм. Он расскажет, где и как приобрести натуральные биологически активные добавки, которые помогут вам жить долго и счастливо.